Итак, грибы каннибалы. Собственно, вот оно. Это самый обычный козленок, но он полностью покрыт другим грибком, плесневым, но тем не менее грибом. То есть гриб-козленок, вот его собрат. Тут борьба за жизнь только начинается, да? То есть плесень атакует уже червивый, но все еще, наверное, живой. И тут такая картина повсеместно. То есть козленок, как вы видите, атакуется и полностью покрывается и поглощается другим грибом. И здесь их просто немерено. Вот. Еще один. Уже гименофор весь покрыт. И постепенно и шляпка покрывается. Причем другие грибы почему-то он не атакует, да? Он специализируется только вот на козлятах. Прям именно козлята ему не нравится. Хотя тут растут другие грибы, но на них я что-то не вижу признаков плесени. А вот козлята, все как один уничтожены. Все как один. Вот еще. Ну тут их много, я ходил, смотрел. В принципе, они почти все козлята съели. Сложно найти уцелевших, но можно. Вот так вот выглядит неатакованный козленок, для тех, кто не знает. Вот он. Такой у него гименофор, такая шляпка. Так выглядит козленок. Вот еще один уцелевший. Тоже здоровый. Но здоровый не значит, что он не червивый. До, собственно говоря, до этого, до нападения, их сначала слопали черви. Не знаю, являются ли черви катализатором такой вот реакции, но насекомые через ножку. Хотя мне кажется, что через гименофор шляпки они заползают на самом деле. Съедают шляпку и потом пробираются в ножку. Ну, вопрос спорный. Тем не менее, здесь просто огромные мицелий козлят, и он практически весь уничтожен колониями плесневого гриба. Ого. Почему-то здесь... Вот он, собственно говоря, плесневый гриб. А вот это вот что? Похоже, что он пытается подобраться к соседнему. Вот тут вот гриб прижало веточками. Но это не его, видимо, вариант, потому что на эти грибы он хоть к ним и подобрался. Хотя, может, это, конечно, просто споры из них. Тут очень много такого гриба. Я к своему стыду не знаю. Да, судя по тому, что листья вокруг них побелели, это они так споры рассыпают. Вот козленок пострадавший. А что это за гриб? Кто знает, отпишите в комментариях. Вообще похож на опенок, да? У него есть какое-то подобие юбочки. Но зато козлята вот ушедшие прям. Вот они. Как павшие бойцы.
весь покрытый плесенью, абсолютно весь. Вот он, жуткий гриб-каннибал, пожирающий своих собратьев. Кстати, для козленка слишком толстая ножка. С такой толстенной ножкой его вполне можно было бы назвать масленком, а не козленком. Вот, не знаю, или боровиком хотя бы. Ножка-то соответствующая. Но, как бы там ни было, а не щадит этот гриб никого. От мала до велика всех настигает. Теперь их легко находить, они такие белые. Кто там хрустит? Вот я. Дети, что ли? Вот они. Просто все. Все потеряно. Соответственно, сегодня я жареных грибов, видимо, не поем на завтрак. Потому что кто-то их до меня уже поел. Некая зловредная плесень. Ну, имеет право. Тоже часть природы. Ха. Почему бы и нет? А тут был человек. Да. О, нет, она таки нашла себе кого-то еще, кого может пожрать. Тут гименофор пластинчатый, это явно не козленок. И тем не менее, он точно так же поражен, как и вот эти вот бедные